следите ли вы за событиями в Молдове? Там 11 числа будут выборы парламента. Да, я имею гражданство Молдовы и как бы не безразличен, что там творится в Молдове. Хочется, чтобы там было хорошо и у нас. Чтобы мы как бы дружили, на самом деле, как жили раньше, так и жили. Вот. И хотелось бы, чтобы там пришли власти люди, которые думают о, на самом деле, о молдавском народе. Как вы думаете, должны ли люди вот с левого берега Днестра, Приднестровья, у кого из гражданства Молдовы, принимать участие в этих выборах? Ну, я, если был бы результат, то я считаю, что надо. Надо принимать, если был бы результат, если бы прислушались вот с левой стороны. Они должны высказать свое мнение, они я считаю. Высказать свое мнение должны, и понимаете? Поставить свою позицию для того, чтобы там тоже учитывали, что и здесь, здесь же половина же тоже живет, и молдаване, и украинцы, и русские все. То есть молдаване тоже имеют право на голос, и они должны это все показать. От нашего голоса, наверное, тоже кое-что зависит. Смотря, хотя надо знать, за кого голосовать. А у нас тут, мы же не знаем, за кого голосуем. Чисто интуитивно, если идешь. А как вы считаете, будет ли зависеть будущее Приднестровья от выборов и от политических течений в Молдове? Ну, конечно, непосредственно. Конечно, будет зависеть. Ну, мы же не можем все время жить в вакууме, понимаете? Парламент, он решает, должен, в принципе, решать проблемы. А я так понял, что парламент решает там проблемы только власть имущих, а не народа. Конечно, что-то изменится. Каждая власть по-своему, как новая метла, гнетет по-своему. Это, конечно, наверное, будет зависеть. Потому что мы все равно одна территория, хоть мы и разделенные, как бы, Приднестровье, но все равно территория одна. Все решения, которые принимаются Молдовой, напрямую связаны с Приднестровьем, с учетом того, что мы граничим изначально. Это въезд и выезд наших автомобилей на наших номерах с нашими водительскими удостоверениями, ввоз и вывоз товара, соответственно. То есть, например... Вот я вас и спрашиваю, каким тогда будет будущее после выборов нового парламента? Каким бы вы хотели увидеть такое будущее? Ну, опять же, открытыми границами, открытая торговля, чтобы к нам беспрепятственно возили товар. И таким же образом мы могли бы экспортировать свой товар в другие государства. Вот и все. Больше ничего не надо для экономического развития нашего Приднестровья. Вообще-то мне было бы лучше, если было президентское правление в Молдове. Вот. А парламент, понимаете, я не вижу там сил таких, чтобы, которые на самом деле пекутся о молдавском народе. Чтобы они вот так не на словах, а на деле, чтобы сделали что-то. Я, если честно, вообще не верю властям, что зависит. У них свое, народ живет сам по себе, власти живут сами по себе. Как вы считаете, какие цели, задачи вообще перед парламентом стоят? Чем он должен заниматься? На благо народа. Экономику поднимать. Поднимать экономику. Внешние связи надо налаживать.